забрались на колокольню собора. Вот вид на реку. Ну и вон там наши паромчики. Панорама на город. Девятое апреля 2021 года. Вид немножко портит коптящая труба. Все равно красиво. Ходили тут, пришвартовался паромчик, и тут пришвартовался. Оттуда мы пришли, не знаю, как получится, снимаю на солнышко. Весь Сулючегодск слышал, как я жахнул.